Затем мы немного вернулись к началу национального парка и приступили ко второму этапу нашей пешей несколькокилометровой прогулки вдоль водопада. Взор от увиденного завораживает. И здесь забываешь обо всем. И происходит полное расслабление организма и релакс. Вот где нужно лечиться от депрессии. Внутренний голос повторяет снова и снова: как же здесь красиво. И это действительно настоящие шедевры природы, чудеса света. Организаторы нашего тура продумали, чтобы мы начали экскурсию с красивых мест и интересных. Но каждый порог или смена смотровой площадки впечатляли все больше и больше. Напомню, что мы находимся на аргентинской стороне водопадов, а завтра
мы побываем на бразильской стороне, где, поверьте, впечатление будет еще больше, чем на стороне Аргентины. Время от времени я откладывал в сторону фото-видеокамеру и наблюдал не только за бурлящими потоками, спускающимися миллионами тонн воды за короткие минуты, но и за окружающими людьми, которые выражали свои эмоции, восхищение, радости и праздника. Многие взрослые были как дети, не стесняющие показывать свои положительные эмоции. Увиденное производило неизгладимое впечатление и не стирающее в памяти события. В одном из сюжетов фильма я упоминал о том, что посмотреть водопады, возможно, и подплывая по реке на катере. В целях безопасности одеваются на туристов жилеты на случай непредвиденных ситуаций. Возможно, фотографировать и снимать. Ну, при подплытии ближе к водопадам, видеотехника упаковывается в водонепроницаемые мешки, чтобы не повредить водой технику. Стоимость прогулки на катере оценивается что-то около $50.